Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер51Рус. Сегодня, значит, у нас будет на обзоре мод Урал 375. Вот Сергея Пасечника сразу ставлю, все эти штучки делаю, звук потише. Так, применить. Серега хочет выложить к Новому году в общак этот Уральчик, приближенный, скажем так, к дефолтному автомобилю, но намного лучше. Давайте запускаемся на полигоне 5.3 от Виторгана. Ссылочки на него можете найти, ребята, у меня в группе, в разделе ссылки, там в разделе товаров, если может он там лежит или где-то под этими под репостами, значит, можете посмотреть там. Давайте его поставим. Создаем. Называется он у нас модель 375D. Сразу его ставим. Прыгаем на него. Сразу скажу, ребята, Серега сделал на нем синхронизацию света. Все в мультиплеере, ребята, будете видеть свет от данного Урала. То есть ночью будет гореть, днем не горит. Кстати, фонари Серега правильно поставил. На дефолтном они стоят задом наперед. А здесь правильно. Значит, вот такая текстурка. Надпись Уральчик. Решеточки на фарках. Номер Серега прилепил. Все прикольно, все офигенно. Присутствует, ребята, анимация карданов. Давайте заведемся. Свой звук у него. Да, анимация карданов, ребят, присутствует. Также присутствует анимация руля. Как обычно. Вася тут у нас сидит небритый. Значит, все в салоне, все офигенно. Камера есть. Анимация есть. Значит, давайте пробежимся по аддонам. В основном, как бы, Серега сделал приближенный к дефолту, на который ставится весь дефолт. То есть, я думаю, что тут все однозначно ставится, наверное, скидывается. Давайте попробуем сразу. Так, грузимся. Все, бревна есть. Скинуть, загрузить, все работает. На дефолтном кузове у нас. Значит, также еще присутствует дополнительный бак. Емкость 270 литров. То есть это уже плюс. Мы его сразу и поставим. Пусть он будет у нас. Текстурка тоже прикольная. Все отлично. Все как и должно быть. Значит, присутствует, ребята, еще вторая пара колес. Вот такая. Тоже такая прикольненькая. Такие более помощнее немножко колесики выглядят, значит. Платформа лесовоза. Роспуск. Ну-ка. Средний. Все загружается. Скинуть. Так, а что, платформу лесовоза. Так, есть. Также пожаробезопасный выхлоп давайте поставим. Что это тут? Топливная цистерна. Тоже смотрится все. Место тут, ребята, еще есть для запасочки, где она есть. Ага. Бак мешает. Сейчас снимем бак. Оп. Поставим дефолтные колесики. Вот так вот. Все прикольно. Так, что тут у нас дальше? Гараж. Давайте скинем топливную. Гаражные части, естественно, цепляются. Также тележки. То есть все адекватно будет работать на любой карте, на какую загрузитесь. Если там машина с аддонами нужна будет, то есть она уже станет отлично. Так, сцепка. Естественно, полуприцепы.
цистерна, гаражные, бортовой полуприцеп. Так, эти все тютелька в тютельку там садятся. Так, сцепку мы тогда снимаем. Это снимаем. Так, опора для крана. Есть. Опора для крана есть. Так, платформа с краном. Лесовоз, бортовая. Опаньки. Нету платформы с краном. Нету платформы с краном. Ну и ладно, что ее нету. Я думаю, что Серега пока еще не выложил, он ее, наверное, поставит. Я ему скажу, что что-то ее тут пока нет. Так. Сцепка, наверное, у нас стоит, да? Нет, или что там? А, запаска стоит. Запаска мешает у нас. Запаска. То есть Серега тут допилит, поставит. Давайте прогоним. Дрова не повезем, как бы. Смысл дрова возить, все дефолтное. Хотя ладно, давайте повезем дрова. С этой, с кунгом мы потом прогоним. Давайте поставим платформу лесовоза. Прицеп распуск. Загружаемся сразу. Средними. И погоним. Запаску сейчас воткнем. Бак поставим. Запаску. А, бак. Бак же я поставил. Е-мое. Ладно, бак убираем. Ставим запаску. Вот. И вот в таком макаре погоним. Давайте. Все. Порыли. Звук прикольный. Это, ребята, не дизельный Урал, это бензиновый Урал, я так понимаю. Такие раньше были, жрали как кони этот бензин. Потом стали на них ставить дизеля. Намного поэкономичнее он поехал. В свое время, когда я в армии служил, у нас был бензовоз. Такой 375-й. Вот, жрал как лошадь просто. Этот бензин все в трубу у него вылетало. Он даже, по-моему, не дожигал, выплевывал его прямо через трубу сразу. Если рядом с ним закуришь, так можно было взорваться нафиг. Вообще идет, смотрите, да. 4 очка тащит отличненько. Давайте-ка, оп, все пачкается, мокрится, все как положено, все обалденно. Давайте с салона, ребят, проедемся. Анимашка руля работает как надо. Скрин. Вася у нас там рулит как положено. Можно включить, ребята, вырубить фары, да? Включить синхронизацию.
так вот синхронизация будет, ребята, пилить. То есть прям издалека можно будет увидеть, что едет машина. Будете с друзьями играть, вот на каком расстоянии, ребят, смотрите, через лес. Я вижу, что едет машина. То есть все отлично. Можно также в дальнем помигать. Так, вот давайте скрин бахнем. Так что Серега хочет к вам к Новому году сделать, друзья, подарок. Выложить в общий доступ. Залить его в Steam. Данный Уральчик. Выглядит замечательно. Офигенная моделька. Оп. Тянем, подтянем. Все отлично. Давайте тут же. Все тут у него пшунькает, как положено. А, разгружать-то где надо? На пилораме, е-мое. Вот я встал-то тут. На лесоповале, ничего не разгружается. Давайте еще сейчас такой скрин сделаем. Включим фары. Как-нибудь так вот я его сейчас. Вот так вот. Естественно, все это разгружается, ребята. Так, скидываем мы платформу лесовоза и устанавливаем, запаску снимаем, устанавливаем кунг. Кунг, ребята, как дефолтный, только видите, у него идет своя запасочка, то есть ураловская. Все выглядит обалденно, как бы, как ни крути. Камеры эти. Надо выехать отсюда. Или назад выехать. Чтобы не висела табличка эта. Сейчас мы шлепнем отсюда. Чик. Ну давайте погоним дальше уже. С новым кунгом. Грязи-то сколько насобирал. Вот, ребята, сразу видно, что машина пачкается. И пачкается правильно. Еще раз повторюсь, Серега Пасечник данный Урал доделал, переделал, сделал более приближенный как и дефолт. Ну конечно, сейчас мы доедем, ребята, дефолт поставим рядом и почувствуете разницу, что все-таки этот Урал более реалистичный. Плюс свой дополнительный бак есть, свой кунг есть как дефолтный, но с запасочкой. Анимация руля присутствует. Видите, салона. В салоне все красиво, приятно. Заправляться не будем, пролетаем. Звук свой присутствует. Подвесочка вообще обалденно катит просто. Все кочки проглатывает, смотрите, опа.
Ой-ой-ой. Может, что значит задом наперед ездить, снимать. Вообще мягенький такой. Офигенно идет. Всем, ребята, как Серега только его выложит, всем советую скачать. Также можете подписываться на Серегину группу. Ссылочка будет под видео. Идем на автомате. Звук, конечно, прикольный тоже у него. Так, сейчас переключим, ребята, понижаечку. Вот. Лезет, лезет, все как положено. Медленно, уверенно. Видите? По траве смотрите, видите, как идет. Тихонечко, но идет. Че ты там чешешься? Можем маленечко газку подбавлять. Кстати, друзья, недавно мне Дэн тут помог немножко, написал, как коробку правильно устанавливать, а то я записал видео, что неправильно у меня выплевывает ошибку, я просто неправильно, ребята, не переводил, а запихнул так автоматом и снял видео, потом сниму видео, как правильно поставить коробку, чтобы не выскакивала никакая ошибка. Коробка работает, все, в принципе, адекватно, нормально. Вот, мы уже почти выбрались. Давайте добавим воротиков. О, все, поперли. Скрин бахнем. Ну, автомат сразу давайте. Погнали. Так, переходим к жестким ямам. Лично я, ребята, аккуратненько проезжаю, притормаживаю. Ого, тут какая ямища, блядь. Ну-ка назад, что-то как-то бугор какой-то жесткий. Все, поперли. Подвеска, все как положено, смотрите там. Ух ты. Особенно задняя подвеска, то смотрите, как гуляет. Просто на ура.
Все, ребята, никакого урона, проскочили просто на ура. Ух ты, ё-моё. Чуть я, блин, сосну не снес. Ну, я думаю, тут он заскочит в легкую, как бы, вообще без проблем. Подвесочка мягенькая, должен просто на ура заехать. Конечно, я так, как и говорил, что должен спокойненько проскочить. Но вот, вот эти штуки мне вообще не нравятся, бугры вот эти. Не знаю, для какой техники это придумано. По-моему, на какой не едь, на любой там схлопочешь урона. Ну, он, видите, спокойнее преодолевает, конечно, с уроном, но подвесочка вообще все проскочила тут. Давайте починимся. Тут проскочим. Урон, ну, урон, я думаю, лобовое стекло, как обычно. Ну да. Урон по лобовое стекло. Едет хорошо, уверенно. Спасибо, как всегда, Сереге за обалденный мод. Ничего лишнего, все нужное. Все прям замечательно. Мне нравится. И выглядит обалденно. Давайте сейчас переедем под последнюю переправу. В принципе, все преодолевает вообще легко. Подвеска играет, он какие бугли, он проглатывает вообще, офигенно проскакивает. Все проходит без проблем. Мягенький, уверенно прочесал весь полигончик без проблем. Давайте, ради интереса, давайте еще на скорости газанем. Ну, Серега сказал, что мод более приближен как бы к дефолту. Давайте вообще поставим тут сначала рядом дефолт и Урал. Так, создать, где он есть-то? Урал, 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 вот он. А, блин, он у меня красный, он у меня красный, ребята. Такой. Так, продолжить. Ну и вот. Что-то даже как-то. А это 43.20. И рядом стоит 375. В принципе, я бы с удовольствием как бы на таком Урале, как вроде как тут Урал, да, и тут Урал, но этот Урал 375 мне как-то больше симпатизирует. Чем-то как бы все равно отличается от 43.20 вот этого старого, да. 375 постарее, да, плюс еще тут бензиновый движок, анимация руля, вытяг салона, салон адекватный, свой аддончик прилеплен, колесики еще дополнительно стоят у него, плюс синхронизация света, ребята, присутствует. То есть, ну, у меня, видите, просто синхронизация светит полная, у меня и дефолтный там все, он, видите, светится, это у меня стоит, можете скачать также у меня где-то в группе, по-моему, найти ссылочку на, и на канале должна быть синхронизация света, там несколько вариаций этого света есть, ссылки тоже присутствуют. Ну, короче, 375 Урал зачетный вообще. Ладно, давайте посмотрим скоростные данные его. Врубаем состояние, поедем с пунгом. Он даже быстрее, ребята, дефолта идет. Хотя мне, знаете, скорости дефолта, если играть какую-то карту проходить, то в принципе и на дефолте нормально.
Ну давайте, где обычно я там щелкаю, скрин делаю. 38 с чем-то я там увидел. Но я думаю, если была бы ровная дорога, там он под 40, наверное, разгонится. Блин, вот все. Скрин путевый-то не могу никак поймать на ходу. Так, ну сейчас где-то будет уже площадка, то есть. Свет вырубаем. Вот, ребята, синхронизация света, все присутствует. Свет горит. Видите, на каком большом расстоянии там можно спокойно увидеть, что едет машина там. То есть присутствует синхронизация света. Это все отлично, офигенно. Как говорится, чпокнем скрин, включим свет. Поставим туда симпатёво. Сделаем еще такой основной скринчик. Вот такой. Со включенным светом, да? Значит, вот, ребят, такой уральчик на обзоре сегодня был. Автор, значит, данного мода Серега Пасечник. Значит, Серега выложит его к Новому году. Я думаю, он появится и на ST Mods, и в Steam, и у Сереги в группе. Ребята, мониторьте. Ссылочка на Серегину группу будет под видео на канале. Значит, можете туда проходить, подписываться. Чем больше будете подписываться, тем больше будет Серега делать. Помимо приватов, которые будут там же в группе в разделе товаров присутствовать, как у него, так и у меня. Значит, приваты платные, да. И также Серега будет делать бесплатные, уже сколько модов выложил в общак. Просто огроменное количество. И даже там на 13.04 он делал. Люди до сих пор их еще конвертят, выкладывают, опять же, спасибо Сереге. Моды все обалденные, все прикольные, красивые, хорошие, замечательные. Серега молодец. Серега, тебя с наступающим Новым годом. Вот также, друзья дорогие, подписчики, значит, вас тоже всех с наступающим 2017 годом. Всего вам в Новом году самого наилучшего, здоровья, счастья, семейного благополучия, мирного неба над головой. С вами был Драйвер 51 Рус. Подписывайтесь к Сереге и ко мне в группу, и на наши каналы. Ребята, всем удачки, всем пока. Мод обалденный. Всем советую, мониторьте, качайте.